что вы к барышне пристали, я не могу понять. А что они к вам пристали? Порушивали. А вы не могли порушивать. А что у вас тут происходит? И что теперь, что пишет патруль? Что вы тут стоите? Подождите, ничего не показывайте. Ничего не показывайте. Есть видео, где она нарушает? Видео есть, где она нарушила? Я тебе потом объясню. Ты неправильно начинаешь разговор. Я тебе еще поясню. Мы уже на ты? Ну вот ты задаешь, кто я? Ты задаешь мне вопрос, кто я? Ты задаешь вопрос, кто я? Ты только что спрашивал, вы кто? Я тебе отвечаю. Вам что-то треба? Есть видео. Есть видео, то, что она порушує. Да, на ситуацию. Вам чимось допомогти? Я ей помогу. Пусть покажет видео докази вашего правопорушения. Я вам бесплатно даже адвокатов предоставлю. Вот поверьте мне. Пустите нас, пожалуйста, обратно. Там мы же еще ничего не сделали, правда? Ну и не будем мы робить. Мы сейчас объедем и все, пожалуйста. А вниз мы можем спуститься? Может быть. Я вы можете сюда еще проезжать. Мы просто не знаем. Вы вас порушили. Не, лучше не будем. Простите, пожалуйста. Давайте подивимся. Подождите, ничего не показывайте. Давай начинай, если ты хочешь в рамках закона, начинай так, как это полагается. Не надо девочек кошмарить. Добрый, добрый. Покажи свои посвидчения девчине. Ну не углубляй ситуацию, ты мне сегодня мой день сделай. Углубляй? Что ты такое углубляй? Усугубляй, какая разница? Велика. Посвідчення. Ваше, будь ласка, посвідчення. Я сейчас не постесняюсь, что тут девочки стоят. Что ну ты услышишь мой ответ просто, твою очередь, твою сторону. Ты дурака из себя копишь? Выполни закон о полиции, 18 статью, пункт 3. Кому? Особе, то бишь кому? Мне. Кому? Мне. Кому? Ты что, блядь, дурак или что? Чего вы так спокойно? Я тебя по-нормальному попросил, покажи службовое посвідчення. Конечно, змины. Ты посмотри, ты только можешь женский пол обижать или что? Нормально покажи. Нормально покажи, говорю. Я тебе сейчас тут концерт устрою по заявкам. Вот так, держи, чтобы я ознакомился с ним. Ты делаешь мне просто, знаешь, провокацию. Ходосов Олексій Миколаївич, інспектор УПП в Харківську. До 26-го, долго очень. Дмитрий Миколаївич, правильно я сказав? Ні, неправильно. Скажіть, будь ласка, є відеодокази? Чого? Правопорушення даної особи. Ви хто в даній справі? Я буду той чоловік, який їй буде підказувати і допомагати максимально. Добре. Ну, а розгляд справи починається з пред'явлення відеодоказу чи з ознайомлення з документами? На яку ви статтю ссилаєтесь? Ну, я питаю вас, якщо ви просите відеодоказ, розгляд справи починається з чого? А ви його почали? З ознайомлення з документами. Ви його почали? Ще ні. Ви в першу чергу требуєте від нього документи, знаєте, для чого? Щоб максимально швидко написати постановлення і з'їбатися відсюди, розумієш? Я це запікаю, люди все одно не услышать. Ну, ви тут казино устроїли, що я не можу зрозуміти? Или вчера ви мало постанов написали? Чого ти на дівчинок нападаєш, я не можу зрозуміти? Як ми ролик нападемо? А якщо б чоловік сидів? Так яка різниця к чоловіку, я тобі говорю. На даний момент я бачу ситуацію, що ти к дівчинкам пристав. І що я роблю? Питаюся їй винести постановлення. Виніс чи ні? Поки місць ще ні. А де намагаюся? В чому намагаюся? Потому що вона тобі ще документи не показала, розумієш? Почему там не станете вверху? Почему вы там внизу не станете? Вы уверены, что я буду выносить все постановления? Да я уверен. Я вот только что подъехал, выписано было две постановления. Два постановления. На водії. До мене ви під'їхали? Там стояли поліцейські. Ну, сюди ви під'їхали і кажете, що я вже вношу постанову. Де? Почему вы стоите все в середине? Скажите мне, пожалуйста. В середине чого? Мне нужно обращение сделать кому? Белошицкому или что? Зробіть. Я сделаю к Белошицкому обращение.
Чи ви думаєте, що мені це подобається? Для чого ви тут стоїте в Никольському посередині? Що це мені подобається? Почему вы не работаете на превентивность? На що? 31 стаття закону о поліції. Превентивні заходи. Ви допустили правонарушення, которое якобы совершил данный автомобиль. Ви не сделали так, чтобы там предупредить и развернуть. Я уже сколько... Так, а может, я тут попереджу? А, ви вже тут попереджуєте? Ну, давайте попереджуйте. Може бути перечислено? Не знаю. Вам на будущее всегда нужно знакомиться с видеодоказами. Понимаете? Потому что они могут только слабых обидеть. Тот, кто более владеет информацией какой-то, им затрудняется это сделать. Еще раз всем поясняю. Не надо документы предоставлять сразу, как они это просят. На Никольском, на Гражданской 5, они должны стоять перед знаками, а не в середине. Здесь во всех разводят на то, что пишите постановы, правильно, товарищи офицеры или кто вы там? Правильно? А спросите у этих, которые в форме с автоматами и пистолетами стоят. Они порядок наводят? Дай бог, чтобы они вам помогли. Дай бог. И чтобы они не стояли вот здесь, возле мусорки. Зеленский красавчик. Что, отпустили? Случайно. А еще чуть-чуть бы, наверное... Я вижу, какие превентивные заходы. Я тебе еще раз объясняю, ты неправильно разговоры начинаешь. Да даже со мной. Девочка сидит перепуганная, а ты ей сразу ваши документы. Да ничего. Что-что? Поясняю для вас всех. Превентивные заходы. Становишься перед знаком. И там перед знаком. Останавливаешь автомобиль и предупреждаешь о том, что сюда въезд запрещен. Если что? Человек посылает тебя куда подальше, тогда ему пишешь постановление. На данный момент вы просто организовали кормушку, где Якщо быстро выписать постанову. Если вы такой обізнаний громадський діяч, чому ви це не зробите? Не стану перед знаком? А у меня есть какие-то полномочия или что? А зараз? Я фиксирую правопорушення поліцією. Ти ж саме робіть там, фіксуйте правопорушення. А ти що будеш в этот момент делать? Буду розводити руками. Це вже мої справи, так? А? Це вже мої справи. Ну давай посмотрим, как ты сейчас это все проведешь. Давай? Що проведу? Ну превентивні заходи проведешь. Вчора почему-то этого не было здесь. Тому що я вчора на зміні був. Правильно, потому что ты вчора мало постанов написал. И вам командир, кто у вас там командир, забыл фамилию. Короче, командир третьей роты, не помню фамилию. В общем, такая вказивка была. Если ты не написал столько постанов, сколько вам нужно, значит, ты выходишь пеший. Это представьте, это они работают уже третий день. Вот три дня они работают. Все это разумеют, а никто ничего не может сделать. А я вот довожу. Я это довожу. И я хочу обратиться к новому начальнику управления. Вы занимаетесь ерундой. Вы людей выводите по трое, а то и по четыре дня. Вы знаете, что может произойти инцидент? Если вы это прекратите, вам все будут только... А вы, я что по-вашему пытаюсь сделать? Это получается, ваш новый начальник дал вказивку стать на Никольском и... Кто бабки берет, кто постановы пишет. Может, чтобы... коррупции это точно. Ну я ж не знаю. Да, я знаю. Ну я ж не знаю. Короче, друзьяки, как-то так это все получилось. Ворвался в движение, сделал вот такой вот трэшевый контент. Девочку отпустили.